На территории Анапского района в обычном режиме продолжается работа по пресечению продажи незаконного алкоголя. Сотрудники управления торговли и потребительского рынка мониторят торговые точки, специализированные алкомаркеты и магазины. С начала года проверено 30 торговых точек. У недобросовестных продавцов изъято около 7 тысяч тонн незаконного алкоголя. За оборот градуса содержащих напитков без разрешительных документов нарушителей ждет наказание. 3 февраля текущего года на Пионерском проспекте номер дома 60А установлен факт реализации алкогольной продукции без разрешительных документов. Составлено сотрудниками полиции 2 протокола по части 1-2 статьи 14.1 КАП Российской Федерации. Вся алкогольная продукция, незаконно реализуемая, будет изъята до решения суда.